Всем привет! В игре стартовал новый режим, вернее не то чтобы новый режим, а новый способ получения призов, марафонный такой, который пойдет с 12 марта по 10 июня. Это первый этап, то есть таких будет запусков марафонных несколько. Как получать в нем очки? Для этого нужно играть в случайных боях на технике 6 по 10 уровень. За попадание в топ-3 при победе вы получаете 7 очков на обычной технике. С 4 по 5 место при победе вы получаете 5 очков. При поражении вы будете получать при попадании в топ-3 по опыту 5 очков. С 4 по 10 место по опыту при поражении будете получать по 3 очка. Но есть две машины. Объект 277 и Суперконь, у которых повышенный коэффициент очков. То есть для Суперконя при победе вы будете получать 10 очков при попадании в топ-3 по опыту. С 4 по 10 место будете получать 5 очков. Для объекта 277 вы будете получать 8 очков. И 6, соответственно, с 4 по 10 место. При поражении Суперконь получает 8 очков, если он попадает в топ-3. С 4 по 10 место 3 очка. У объекта 277 при поражении начисляется 6 очков при попадании в топ-3. И 4 очка при нахождении с 4 по 10 место. Теперь зачем нужны эти очки? Эти очки нужны для прохождения этапов. Сейчас я чуть помедленнее сделаю, я просто сейчас быстренько проведу. Всего 45 этапов. 45 этапов. И теперь я медленно проведу по призам. Видите, я уже на третьем этапе. Каждый этап состоит из 50 очков. Чтобы преодолеть этап, нужно набрать 50 очков. Как эти 50 очков набирать, только что было рассказано. Можете отмотать назад. Теперь поехали по призам. Сейчас медленно проведу, чтобы посмотрели. То есть есть инструкции на экипаж, есть чертежи, есть серебро. И как вы заметили, есть верхняя и нижняя линейка наград. То есть есть базовая линейка и есть улучшенные награды. Линейка с улучшенными наградами. Сейчас я объясню, чем они отличаются. У базовой линейки вы получаете на 30-м, за прохождение 30-го этапа вы получаете трофейные приводы наводки. За прохождение улучшенных наград вы получаете на уже 20-м этапе трофейный досылатель. Что такое трофейный досылатель или трофейные вот эти вот наводка? Это оборудование, которое по характеристикам равно боновому. То есть вы его покупаете, ну, то есть не покупаете, проходите марафон, вот этот, устанавливаете на танк, и за 3 миллиона серебра вы улучшаете свой досылатель до характеристик бонового. То есть изначально, когда вы прошли марафон, допустим, 20-й этап, он у вас, как обычно, досылатель стоит. Но потом за 3 ляма вы его улучшаете. Как попасть в улучшенные награды? Для этого надо купить улучшенный пропуск. Он стоит 6500 голды. Ну, если бы у меня было 6500 голды, я бы его купил. Но у меня их нет, поэтому я буду проходить обычную линейку базовую. Также видим, что доступна покупка сразу же 20 этапов. То есть, например, боновый досыл можно получить мгновенно за... Сколько получается? За 11,5 тысяч голды. То есть, даже не играя, вам сразу начислится 20 этапов, как сделанные. В конце вас ожидает один из командиров. Но это на выбор. Для тех, кто проходит улучшенную линейку. И также один из стилей.
Я так понимаю, что если вы будете проходить базовую линейку, у вас будет стиль на 2.77. А те, кто проходит улучшенную линейку, они получат оба стиля. А теперь как посмотреть лимит очков? То есть, как увидели в начале видео, еще сейчас покажу. У каждой машины есть свой лимит набора очков. То есть бесконечно играть на одном танке не получится. Еще раз. За победу вы получаете 7 очков попадания в топ-3 и 5 очков за попадание с 4 по 10 место по опыту при победе. На любой технике, на любой. С 6 по 10 уровень. При поражении 5 очков при попадании в топ-3 и 3 очка с 4 по 10 место. Теперь про лимит очков. У каждой техники есть свой лимит очков. То есть максимум, сколько можно набрать очков. Это 100, 250, 400, 550, 700 для десятки. И для ключевой техники, ключевая техника это Суперконь и Объект 277. То есть на каждой технике можно набрать определенное количество очков. Вот, допустим, для 8 уровня это 400, у меня уже набрано 37 из 400. Здесь, допустим, 44, а где-то, видите, 0. То есть бесконечно играть на одной и той же машине у вас не получится, вам все равно придется пересаживаться на другую машину. Тоже это учитывайте. Призы, конечно, неплохие, но особенно на улучшенные. Конечно же, стоит играть, не стоит упарываться. Абсолютно не стоит упарываться. Они сами пройдутся. Режим идет очень долго, до 10 июня. Нужно просто играть. Единственное, что это очень хорошая борьба против ботов в игре. То есть люди, которые зашли, АФКшат, сливаются, потому что им эти награды не достанутся. Еще раз список наград пролистаю. Вот такой вот мини-марафон получился, но не на технику, а на призы. Все, всем удачи, хорошей игры, хороших команд. Пока.